Вот у нас тренера драфтанули в команду. Ну как, тренер, ты готов? Поехали его. А побежал в здание, сразу же. Что делать? Прятаться. Что делать? Надо. Сейчас тебе объяснят. Сейчас тренеру все объяснят, что делать. Если ты умер. Да. Так, а что не стреляешь? В нашей молодости такого не было. Так, военный корреспондент здесь, от первого лица. Есть. Тренер сражаться. Снял кого-то, да? Жалко ему. А я через кусты пробираемся, спрятались. Здесь. О, по-моему, попали вас, Михаил. Расстреляли. Да все, Костян, как дела, Костян? А, Костян, что попало?